трудятся для металлургов и вместе с ними отмечают свой день рождения. Общество с ограниченной ответственностью «Огнеупор» в середине июля исполняется 89 лет. Сегодня завод обеспечивает нужды не только магнитогорского гиганта, но и других предприятий металлургической и строительной отрасли. По востребованности на российском рынке «Огнеупор» входит в тройку лидеров. Этот желтый кирпич магнитогорского огнеупора знают не только в цехах ММК. Больше половины продукции разъезжается по предприятиям России и ближнего зарубежья. Силами трех структурных подразделений в месяц здесь производится 18,5 тысяч тонн огнеупоров, соответствующих как техзаданию заказчика, так и ГОСТу. Номенклатура формованного кирпича насчитывает 800 типов и размеров. Техразвитие стараемся вкладывать как бы максимально, чтобы обновлять оборудование, чтобы снизить простое по производству, меньше было простое, которые внеплановые, ну и, конечно, исправность оборудования и его надежная работа влияет очень сильно на качество, которое потребитель также у нас постоянно требует. Огнеупор идет в ногу со временем и в плане экологических программ. Каждый год здесь проводится реконструкция пылегазоулавливающих установок. Их на предприятии более сотни. На половине влажный способ очистки уже заменен на сухой. Эффективность установок повышена до 99,6%. В 2019 году мы реализовали три мероприятия. Порядка объем финансирования составил более 40 миллионов рублей. Снизили мы около 40 тонн в год выбросов загрязняющих веществ. Такой же объем работ планируется провести и в 2020 и к 2024 году снизить вредные выбросы на 210 тонн. Мероприятия экологической программы минимизируют воздействие на воздух Магнитогорска и улучшают условия труда. Сергей Лавринов уже 20 лет на работу в «Огнеупор» ходит как на праздник. С недавнего времени его портрет среди снимков лучших работников предприятия. Профессия хорошая. Огнеупорщик с кирпичом. Разные марки кирпича, все это интересно. И бригада хорошая. У нас сплоченный коллектив, хоть и небольшой, но хороший. Сегодня в «Огнеупоре» трудится 820 работников. Их средний возраст приближается к 40 годам. С целью заботы о здоровье сотрудников на предприятии запустили собственные лечебно-профилактические программы. Они называются «Легочное здоровье» и «Спина без боли». Как результат, значительно снизилось число больничных и их продолжительность. Назначены все необходимые процедуры. Нашим пациентам назначено физиолечение, ручной массаж, инъекции витаминов и медикаментозное лечение. В том, что день рождения «Огнеупора» совпадает с профессиональным праздником металлургов, здесь видят символизм. Главными потребителями продукции завода среди переделов ММК являются как раз-таки горячие цеха – СПЦ и ККЦ. Предприятие «Огнеупор» стоит на пороге большого юбилея, но продолжает активное развитие и модернизацию. Дорогие коллеги, уважаемые ветераны, от души поздравляю вас с днем рождения огнеупорного производства. Нашему коллективу есть чем гордиться. Пройден большой путь, полный побед и достижений. Надежная и качественная продукция огнеупорного производства обеспечивает бесперебойную работу не только Магнитогорского металлургического комбината, но и других предприятий. Желаю предприятию стабильности и процветания, а огнеупорщикам крепкого здоровья, успехов, достатка и семейного благополучия. С праздником всех! Елена Тимофеева, Владислав Гусев, телекомпания ТВИН.